Повелитель, я... Я жду, что ты извинишься. Но раз вы полагаете, что я должна... Шахзаде, простите меня. Я была не права. Я принимаю ваши извинения, госпожа. И пусть подобное больше никогда не повторится. Не повторится. Можете не тревожиться. Хорошо. Да. Повелитель, позвольте мне покинуть ваши покои. Можешь идти, Мустафа. Ты задержись. Я уже все сказала. Благодаря вам говорить больше не о чем. Хюрем. Кто я тебе, Сулейман? Может быть, наложница? Рабыня? Кто я? Ты унизил меня. Перед мальчишкой выставил виноватой. Так ли следует относиться к законной жене? Как ты мог так бездумно растоптать мое достоинство и честь? Я привыкла, даже когда на меня нападают. А теперь они торжествуют. Я сделала то, что ты велел, лишь из преданности, любви к тебе. Однако, теперь я чувствую себя оскорбленной и униженной. Ты поступил несправедливо. Не защитил меня. Не преувеличивай, Хюрем. Он не просто мальчишка, он Шахзаде. Ты, кажется, забыл. У тебя не один, а пятеро сыновей. Ты видишь лишь Мустафу. В чем провинились мои дети? В том, что их родила я? Жаль, что в этом дворце по-разному относятся к наследникам. И так поступает каждый. Визирь, что тебе служит, и страж у твоих дверей. И все же, такого я не ожидала.